Вот он, всем известный знак. Барнаульцы без зазрения совести паркуют свои авто на вакантных местах. Как известно, места для инвалидов отличаются повышенной комфортностью. Находятся в непосредственной близости ко входу в тот же торговый центр. Но для автовладельцев важно не это. Говорят, парковаться под запрещающим знаком просто вынуждены. Потому что мест нету других никаких. Руководство... Я бы еще понял, ладно бы, это ж была бы больница какая-то с инвалидом. В налоговую так что тут делать? В налоговую не ходят инвалиды? Да, думаете, инвалиды, но они также частные предприниматели. Кто-то где-то работает бухгалтером, ходят, они едут, а как? Ходят, ну, мест не, не обязательно же всю парковку инвалидными местами занимать. Вот здесь 5-6 мест всего. После налоговой инспекции вопрос, где припарковаться, действительно стоит остро. А вот популярный торговый центр, где мест хоть отбавляй, но люди все равно нарушают правила. Общественники связывают это с низкой культурой горожан. Была информация по другому региону. Вы знаете, там вот если автомобиль остановился на этой стоянке, любой прохожий подходит к водителю и говорит, вы видите, здесь должен быть парковка для инвалидов. Поэтому я думаю, здесь еще сознание наших жителей. Но каким бы ни было сознание наших горожан, закон есть закон, и в нем четко прописано: припарковался под запрещающими табличками, неси ответственность. По статье 12.19, часть 2, грозит наказание водителям за остановку на месте для инвалидов, штраф 5000 и эвакуация транспортного средства на спецстоянку. А штрафстоянка плюс еще несколько тысяч. Но для водителей дорогих авто это, видимо, не деньги. Может, тогда у них найдутся средства и на стационар, ведь, как гласит народная мудрость, забрал мое место, забери мои болезни. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.